Всем доброго утра! 9 утра у нас, мы уже позавтракали, тут кучу этих молочных вкусняшек, перепробовали йогурт греческий, это просто нечто. Вот он в такой баночке, а где же крышечка? Вот от него крышечка, вот этот у нас абрикосовый, он очень вкусный, написано, что это греческий йогурт. 10%, ну вот этот с черной смородиной был один, его Гришка быстренько съел. И он просто супер-пупер. В общем, супер-супер. 71 рубль йогурт. Какой-то сыр, я его еще не пробовала с какими-то зеленухами. Вот этот сыр мне не очень понравился, но это для тех, кто любит оливки, будет вкусно с маслом и с оливками. Барабулька просто обалденная. Уже тут все ее попробовали и родители. А это как сырок глазированный в шоколаде, в белом и черном. И там внутри как будто вареная сгущеночка в этом шарике. Кейк Попс называется. Вот, на 92 рубля вот эта коробочка была. Вот это был чизкейк вот такой вот. То есть ягоды в желе и там внизу творожок такой. Как будто бы творожная масса сладкая. Он на 113 рублей. Еще у нас остался шашлык вот там вот. В общем, завтракали все, что хотел. Кто хотел, что хотел. Вот сейчас пойду умываться, приводить себя в порядок. И куча дел, как и вчера. Дела никуда не убежали. Мы еще вчера купили же тарелочку. Такую вот оранжевую. Брау Дюрсо. Оранжевой у нас еще не было. И вот сама вот это вот озеро. Вот этого, кстати, мы не видели на дудочке. Да, поставила я все тарелочки. Так вот наши тарелки. Это в Туле мы были на присяге. Это в Михайловской. Это кумовьянам привозили тарелку. Мы там еще не были. Вот Азовское море, Ейск. Это Атамань. Да, мы там туда тоже ездили на экскурсию. И это Джубга. Когда-то мы ездили в Джубгу и в... Что там было еще? Забыла. А, этот. Страусино ранчо. Так, а вот еще наши тарелки. Донбай, Сочи. И вот Абрау Дюрсо. Это с Адлера тоже нам привозили тарелку. Адлер. Когда-то тут Москва будет. Да, ты хочешь, чтобы... Москва, чтобы там было? Я готовлю обед, салатик сделала, помидоры, огурцы, лук. И сейчас сюда добавлю этот сыр, который с оливками и с маслом. А вы все ждете, да. И вот эта заправка будет вот эта маслица. Так, все, мы будем обедать. Пюре я сварила, компот кизиловый. Допиваем салат вот такой вот получился с сыром. С... маслинами. Вот рыбу лещит ростовский. Йогурт, кто хочет. Вот эти сырки очень вкусные. Там внутри, кстати, изюм, а не сгущенка. Вот такой еще сыр со специями, с зеленью. Шашлык, барабулька и маринованная рыба. Папулечка, давайте обедать. Зови всех деток. Че, идут? Это не сильно. Бегут. Папуня самый голодный. Что, будем обедать, сыночек? Да. Давай. Чего вы так медленно, Григорий? Ничего. Мы с папой думали, что мы как-то побыстрее. Так, ну что, я сейчас буду убирать в детской, в этой, в игровой, пока Афонька пошел спать. Здесь уже я все убрала, пыль вытерла. Единственное, не успела пропылесосить, но уже буду после сна Афанасия. Все пораскладывала. У Гришки тут кучу пыли, особенно вот там вот с Лего. На этой полке очень много пыли. Все повытирала. И в спальне Афони и Антошика тоже. Все, здесь-то я хорошо все пропылесосила. Постель Афанасия стираю. И все, в общем, пыль, все протерла.
Так что сейчас вот эта вот игровая у меня на очереди. Разберусь с игрушками, вытру пыль, все разложу на места. Так, ну что, детям разрешил папуля в компьютер. Потому что мы... Сколько мы там часов уже работали? Я не знаю. 2 часа. 2 часа мы работали. Это 3 дня мы это делали. Да? Да, 3 дня. Это можно было сделать за 3 часа, оказывается. Да, да. И я маму люблю. Не может быть. Да? Мам. А что вы играете, в Sims? В Sims 3. Понятно. Давайте, я пошла под навесом подмету, хорошо? Это папа приехал. Угу. Это из фазы. Ты куда собрался? Обратно. А с кем ты пойдешь? Рыбку ловить. Рыбку пойдешь ловить? Да. А в голову маленький. Да? Да. А, какая она? Мама гуру ловит. Большую будешь рыбу ловить? Да. Гуру. Ну, давай. Папа, мама, мама, а как рыбку ловит? Рыбку большую? Да. А? Вот. Я лучше возьму ту обрезанную бутылку. Да возьми ведерко. А что, ты все туда положи сейчас в ведерко. Я бы еще хотел, чтобы по фоне, если бы остался, было вообще офигенно. Кепочки надо только одевать. Целые 2 удочки. Тяжелая, попробуй. Да, тяжелова. Это все это, катушка. Ну да. Это на глубине рыбалить. Есть рыбка, да? Большая-большая? А кто же ее поймал? А ты что делаешь? Перец делаю. А где перец растет? Вот. Это перчик? Да. Какого же он цвета? Зеленый. Зеленый? Да. А какой еще есть? Красный. Красный, правильно. Да. Ты же не один, ты и вот этот поливай, и вот этот, хорошо? Нет, вот сюда, под корень. Вот один корень, вот еще здесь корень. Ну дальше, продвигайся дальше. Вот так, молодец. Ты под все корни должен, да? Это тебе кто разрешил? Дедушка. А как дедушку зовут? Не знаешь? Саша? Это фонтан, Афонь? А, это ты делаешь фонтан? Вот так. Она. Идем до Григория, да? Да. Ух ты, какая рыбка крупненькая, да? Давай. С Афонькой тут тоже сидим, ловим рыбку с Гришей. Да. Закинули у нас 1 удочка, да? Все сидеть только надо, нельзя вставать, да, Сонька? Да. Не да, Тони. Да. Только не пойму, что это за цветочки такие интересные, он в зарослях желтые. Кто-нибудь знает, что это? Так, все, мы идем. Григорий еще немножко порыбачит и придет, да? Да. А мы с Афоней привезли вот это вот барашком покушать, да? Ты будешь кормить? Да. Давай, открываем. А как огурки это вот? Перчик будешь давать. Там у нас живет 2 баранчика. Солнышко им готовит. Да, как они разговаривают хорошо, да, Афонь? Не надо только кидать. Баранчики тут будут кушать. Давай закроем.
Наши красавчики, да? Мама, это пука выпала. Жучок там. Это маленький. Маленький. Маленький-маленький. Мама, угаду. Мама. А я не пойму, почему мне этот мальчик говорит: высыпи отсюда мусор, чтобы тут сидеть. Да. Маленькая. Маленькую улитку, а где же ты ее нашел? Там. Там была. Там была? Да. На лобуке. Угу. Так ты ее не боишься, да? Не, она бака в руки. Можно брать в руки? Да, она кали. Не уколет? Не укусит, да? Не, а куки. Не укусит? На Валя. Неплохая? Какая она? Алокова. Хорошая, да? Угу. О, Марси. Марсик. Вот этот Марселло пришел, да? Да. Хочешь, чтобы его погладили? Да. Мы его покормили с тобой, да? А с нами Марсик сидит. Да, с нами Марсик сидит, да. И ушами шевелит, да? Да. Хвостиком. Хвостиком шевелит? Да. Около Марсик. А Фоня чем шевелит? Руками. Руками? О, маки. Что тут за сосиска у меня? Ой, аккуратно только сосиска. Мама, вон улитка. Угу. Пока... Да никто твою улитку трогать не будет. Мама, можно. А папе можно. Папе можно и маме можно? Да. А мне можно. Тебе можно, а кому еще можно? Аналю. Антоше можно, да? А Вики. Грише? Да. Идет мой рыбак. Че, удочка порвалась? Вот это белая. Маленькая или большая? А что она порвалась? Зацепилась? Не знаю, это, либо я зацепился как-то, либо черепаха клюнула, бывает. Да ты что? Ну иди, папе, это на дно поплавок пошел, я пытался. Угу. Может, за какую-то корягу. Ну да. Камни никуда кидать не надо. Да, помой, Гришуль. Так, ну что, я тут все подготовила для того, чтобы нам сделать мороженое с Орео. Печенье купила, шоколадки, яйца, потому что закончились у нас. И сейчас буду варить супчик рисовый. 4 голени. Всем привет, мы на канале Антон. И сегодня мы будем делать мороженое. Берите стульчики, давайте будем сейчас делать. Первая, вторая, третья, четвертая. А это мы сейчас вам покажем, это чтоб заливать. Угу. Что нам еще нужно? Это. Это что? Граженка. Снежок. Снежок. Творог. Это йогурт. Йогурт. И шоколадик. Да, шоколады уже потом, да? Это с Орео. Угу, Альпенгольд с Орео, да? Угу. И формочки для мороженого, да, Фоня? Да. И мы их в этом наделали только с малиной. Угу. Да. Так, что нам делать? Ну, выкладываем все сюда. Прям стаканчик поближе. Тебе открыть нужно? Да. Давай. Нет, ты прям бери стаканчик туда, переворачивай. Ну попробуй. Ну ты же ложечкой теперь себе помоги. Ну как? Не очень? Кукольно.
Понюхана? Все. Моё всё. Угу. Так, потом что мы делаем? Потом берем снежок и тоже сюда все выливаем. А, ты уже делаем все это, да? Угу. Ваня, отойди. А вот это попробуй. Попробовать? Да. Ну, будем сейчас все перемешивать пальчиком и пробовать. Ваня, пальчиком, да, течет, да, мам? Все? Да. Мама, сейчас я. Я тоже стул подвигать? Да нет, я думаю, что... А, кукана? Кукана? Да, куда мне? Все, сюда, Анфоня, ложечку, он тоже помешает. Ладно. Все, а потом Миша. Ложечки, Гриш, доставай вот сюда, клади на тарелку. Что теперь? А теперь нужно Орео поломать и измельчить нам. Бегай, Анфоня. Сейчас, подожди. Вот так, прям в упаковке. Дави его. Давай тогда Гриша будет давить, а ты будешь разрезать и сюда высыпать. Да. Держи на ножнички. Потихоньку отрезай. А Ваня будет перемешивать, да, Фоль? Ваня, а ты будешь перемешивать, я буду налаживать, а ты перемешивай. Ну, там маленькими кусочками, сынок. Ну, куда ты? Подожди, дай я посмотрю. Угу. Это же да просто вот так вот высыпай. Угу. Все хорошо перемешиваю. Гриша это измельчил? Вот это? Не открывай, если да, он его не подавил. Ваня, отойди. Мешай. Антошик, не спеши, пожалуйста. Дай я, дай. Ты плохо отрезал. Так, мама, вот так все ложечкой. Угу. Давай я. Я буду махать. Так, ну что, все? Давайте я попробую. Так вам не надо. Я ем мороженое. Ну, оно же еще не мороженое. Вкусное? Кисленькое. Кисло-ореоская. Тут моя... Ну что, давайте теперь все по формочкам раскладывать. А, по нас... очереди. Да, Гриша две, а Фоня две и я две. А как мы? А шоколад потом как? А потом, когда оно застынет, то мы шоколад растопим и будем поливать уже тоже наше застывшее мороженое. Мама, потом что? Опять застывать. Ну, оно быстренько там с шоколадом. А, в дорогу, на работу. Ну, чё? Можно отключить, пожалуйста? Кого? Там лучше всех я хочу от этого мальчика. Бля, это вкуснотень такое. Да? Нам даже плохо. Да, вот так. Проталкивай. Галек. Ну, оно застынет же, мороженое. Будем кушать. Что? Блин, оно такое вкусное. Дай я. Так, ну что там, чуть-чуть осталось, да? Совсем немножечко. Гришенька, пожалуйста, не нервируй сейчас меня, честно. Дайте Афанасию. Супер. Супер. Суп. В общем, на две этих, на две формочки хватило у нас. Даже осталось. Это суп. Так, все, мы ложимся спать. Убираю пюре в холодильник. И идем отдыхать уже. Вот так вот.